Так, LV Transformer повышает, по-моему. По-моему, DMV трансформера, и оба на повышение надо поставить. Так, 2, 4, хорошо. Машинный блок, 2 золотых провода. Чё, 2, 4, хорошо, блин, сказал и не запомнил. Так, 2. Четыре этих. Не проще. Хотя. Сейчас посмотрю. А, ну да, в андертанке, в геотермалке. Я уже настолько закипаю, что у меня голова выдает эти тессеракты. Я как бы, я все уже. Меня уже, блин, я уже спекаться начинаю с этого грехтеха. Что, собственно, и неудивительно. Не снимается. Ладно. Так, МВ. Машинный блок и 2 золотых провода. 2, так 2. Я так помню, их какой-то рецепт, по-моему, не совсем обычный. По-моему, вот так это делается. Нет. Нет. Ну, не так же, по-моему. Только не говорите, что я знал, что не так. А, все. Все, я вспомнил, как эта хрень делается. Делаются сначала провода, а потом уже оплетка. Я всегда знал, что они крафтятся странно. Не всегда вспоминаешь об этом. Почему нельзя сделать такой же крафт, как и у вот этих вот проводков, кабелей? А, сейчас. Не дом, блин, а какой-то балаган сегодня. Так, сейчас. Что мне еще нужно, господи? Нет, я так чувствую, вы охренительную часть процесса пропустите, потому что я буду этим нахрен заниматься не на стриме. Так, что-то я не так делаю. Вход отсюда. Не, куча входов, один выход. По-моему, так это работает. Ну-ка. Так, максимальное напряжение 128. Вход 3 точки. Один вход, много выходов? А не наоборот разве было? Так, ладно. Бог с ним. Сейчас надо поставить провода еще. Золотые. Много выходов. Да, мне почему-то казалось по-другому было. Наоборот. Кстати, МБ, по-моему. А не до 250 ли он повышает? Ладно, пусть лучше мало будет, чем много. Потому что если вот эта хрень долбанет, я ее замучаюсь крафтить еще раз. В плане моральном, а не в плане ресурсов. Ресурсы мне, конечно, жалко, но не настолько. Так, эндертанк.
Господи боже, ну что ж такое-то, а? Сегодня, блин, рецепты все просто жгут. Гребаным напалмом. Надо этот стрим на 18+ переводить срочно. И я сейчас ругаться буду. Вы о таких словах даже не догадываетесь. Так, капсулы, нахрен все, нахрен это, нахрен вот это. Нахрен трансформатор, нахрен проводок, нахрен, блин, резину эту. Резину, блин. Сюда иди. Что, фаер? Нет. Суть не в том, что мне это сложно делать. Суть в том, что вот мы это с Томасом обсуждали уже. Просто мозг закипает через час-два. Конечно, еще час-два не прошло, но... Как бы кто играл с индустриальными модами, тот понимает, сколько вначале идет мыслительной работы перед тем, как что-то сделать, блин. Ну, соответственно, Грег Тех умножайте на 2. Жорик Технологис это чемпион среди самых долбанутых модов. Ну, кроме Terraformacraft, но тот просто долбанутый. Он не сложный, вот тот просто долбанутый. И мне пофигу, что люди подумают. Он реально долбанутый. Да. Сейчас, секунду. Мне надо... У меня чай кончается. У меня кончается чай, и все очень плохо. Знаете как, я не помню, фильм, мультфильм или что это было, но когда там какой-то трындец в мире случился. Ну, люди как вроде как держатся, там сидят эти журналисты, там пьют кофе. У нас кончился кофе. А, нет, у нас кончился кофе. Фу, в окно выпрыгнул нафиг. Вот так у меня сейчас кончится чай, я разбегусь, открою балкон и нахрен в окно сигану. Так. Хорошо, танкеры у меня, танки у меня есть. Эндертанки, танки. Помпы мне теперь нужны. Памп. Нет, билдкрафт помпа. Она, слава богу, попроще крафтится. Так, железная шестерня, 6 железа, кирка. Так, мне надо... Ладно, я хотя бы одну пока что скрафчу. Хотя бы одну. Я, правда, не знаю, что в помпе делает кирка, но... Ну, как бы это майнинг вилл, это понятно, но какого хрена помпа из него крафтится. Ладно, в общем-то, опять же говорю, неважно. Так, помпа. Теперь мне нужно 4 редстоун движка. Это 4 поршня. Восемь шестеренок, 8 стекла. Так, сначала шестерни. Ну да, шикарно. Да блин, что ж я опять делаю? Так, 8 шестеренок. Замечательно.
Так, далее мне нужно будет 8 стеклажа. Так, поршни, поршни, поршни. Да ё-моё. Так, поршни — это еще кабла, еще редстоун, еще железо. Так, и что мне еще пригодится? По-моему, все. Все, готово. А, ну и, конечно, рычаги. Хорошо. И чанк лоутер. Of course. Блин, где-то он у меня был. Причем большой. Большой чанк лоудер. Где ты? А, ну и трубы, которые надо тоже сейчас своять будет. Нет, был у меня чанк лоудер. Точно, слушайте. Что-то я его найти не могу. Неужели я его куда-то профукал? Есть шанс, что я его А, вот он. Со мной тут играют еще 3 человека. Ну как со мной? На одном серве мы просто играем. Я бы не назвал это со мной. Я бы назвал это на одном серве. Так. Окей. Нет. Нет, 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 нет. Кожи нету. Может быть, где-нибудь одна там валяется. Но я хрен ее знает. У меня дефицит с ней. Книжку крафтил вот эту, вот пришлось последнюю корову тут на материке забить. Ребят, я чат все равно мало читаю, так что... Так что я последние минут 10 туда не смотрел ни разу. Так что я без понятия, о чем вы говорите. Так, чанк лоудер взял, это взял. Каблы надо с собой тоже взять. Трубы, 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 трубы. Мне нужна... А нужна ли мне труба? По-моему, нет. Сейчас я пытаюсь представить себе эту конструкцию в голове, как она у меня стояла. По-моему, нет. По-моему, там все и так кончается в Undertank прекрасным образом. Хорошо. Тогда давайте отправимся в ад. Да, кстати, один танк. А, нет, трубы мне все-таки нужны. Но не для того, для чего я думал. Поставлю для начала временные. Кондактив. Где эти жидкостные? Где жидкостные? Вот они. Void, waterproof, void, sandstone. Апиарист. Господи. Stone, waterproof pipe. Делается из... Не, не только из вакса должно делать. Вот. Кактус грин. Давайте найдем кактус грин. Пойдемте искать кактуса. Славьте господи, я знаю, где пустыня. Кстати, из этих кактусов оно не делается. Из маленьких. Тогда бы и бежать никуда не пришлось. А, не делается. Расти дальше, кактус. Да неинтересный вообще.
О, пишут, что мне кактусы нужны. О, really? Да ладно. А я думал, тряпочкой замотаю. Все программы для черепашек можно найти в интернете. Гуглите. Я за вас этого делать не буду. Да никто за вас этого делать, в общем-то, не будет. Так, я помню, что пустыня где-то вот там вот была. Кажется. О, тут еще и оказывается, я не Ваня Сережкин. Черт, прям гора с плеч, а я и не знал. А кто-нибудь выгоните капитана очевидности из чата. Он это. Он может сегодня отдохнуть. Сколько человек на стриме? А то у меня опять фигней страдает этот счетчик. Шестьсот двадцать. Неплохо. Нет, не проще сделать из философского камня. То есть, конечно, проще, но мне кактусы все равно нужны рано или поздно будут. А я тут был или не был? Надо посмотреть. Меня только одно здание интересует. Ну, два, может быть. Гигантский Angry Zombie, что за? Окей, обратно домой. В Таймкрафте есть гигантские Angry Zombie? Или кто-то их увеличивает? Я так чувствую, скоро будет спам приходить. Типа, хотите увеличить своего зомби на 10 сантиметров? Звоните по телефону. Новое уникальное средство. Как раньше рассылали. В этом. Просто спам был таким бичом в ICQ. Сейчас уже, наверное, мало кто пользуется аськой. Все на скайп пересели. По крайней мере, у меня все друзья есть в скайпе.
Да фак, блин. Да я, куда меня опять принесло? Так, здесь я тоже уже был, я помню. Блин, я разовьюсь, короче, и я нахрен сравняю с землей вот эти горы. Просто, блин, возьму филлеры, сравняю их нахрен с землей. Задолбало уже. Представлю вокруг них бегать каждый раз. Все, горы, вам хана. Я, видимо, я настолько суров, что наезжаю даже на горы. Я давно сказал, что Майнхак и Зетакрафт всегда, как бы, ну, это перекочевало правило сюда с Майнхака, что Майнкрафт на сервере только на стримах. Нет смысла записывать. Потому что запишу я 20 минут за день, ну, час пускай. А стримить в день я могу там часа 3-4. Ну, когда могу стримить, в принципе. Так и смысл. Кактусовая паста. Так. Вот так. Отлично. А теперь мне нужен камень. Раз, два. И стекло. Оно у меня есть. Так. Вот так. И вот так. Я уже вне видео сделаю нормальные трубы эти. Из Thermal Expansion. Такие хорошие, кошерные трубы, блин. Которые переправляют жидкости с нормальной скоростью. Так, хорошо, все, погнали. Погнали ставить эту бубуйню в ад. Ох, господи, все это ради титана. Все это ради титана. Так, сюда надо поставить помпу. Сюда надо поставить эндертанк. Движки вокруг. Два поршня. Ой, два поршня, два рычага. Включить. И обнести стеной. Если не обнести стеной, то какое-нибудь унылое подобие квадрата
прилетит, долбанет. И все это может рассыпаться к ядрене фене. А еще у меня кончилась кабла. А, да. И вот эту хреновинку. И где-то на блоков на 6 чанков вокруг. Шоу лайзерс. О, хватит. Хватит просто с лихвой. А, хорошо, Томас. Ты, кстати, можешь в этом складывать. Поставить сундук, еще один, в хабе. И просто кому надо, тот придет. Так, напиши там белый цвет там для обмена. Текстуру лавы, не знаю. О, для обмена сундучок. Так, где мне... А, ладно, пускай всякий хлам тут лежит. А, за каблой пришел, конечно. Раз, два, три. У меня тут сова каблу потаскала. Ну, с моего разрешения, само собой. Много чанков гаста будут спавниться. Да на здоровье. Я сейчас эту коробку построю, в общем-то, и пусть спавнится сколько их душе угодно. Они же не внутри будут спавниться, правильно? Значит, меня это не интересует абсолютно. Так, похоже, там надо было делать деревянную трубу на выходе все-таки. Или надо открыть? Не. Криво, косо, пофиг. Мне о красоте сейчас думать надо. Вот так вот. Разве все? А, ну может геотермалки заполнились. Сейчас посмотрим. Ну, блин, я не могу с этими трубами работать. Они правда ужасно. Они... Правда, отвратительно. А, кранчик тут повернуть надо было. Ну, окей. Ого, сколько рецептов. Я знаю, что надо построить. Я знаю, что мне нужно построить. Бадбокс, а дальше идет, как называется, хранилище для энергии мне нужен. Нужно. Блин, я забыл. Бадбокс он на 40 тысяч, а вот следующий, который на 600 тысяч, как называется? Блин. МФЕ, а. Во, точно. Вот оно. Вот она штуковинка моей мечты.
Рубины. Ро-ро-рубины. Ро-ро-рубины. Стоп. Не понял. Отлично. Так, энергокристаллы сюда. Четыре провода и машинный блок. Так, восемь. Хорошо, хоть машинные блоки крафтятся просто так. Они, видимо, решили себе жизнь не усложнять. На нас им пофигу. МФЕ, да. Спасибо. Спасибо всем. Пересмотреть Ultimate на Ютубе, на канале. Ссылка есть под видео. Выходит по одной серии в день. Ну, как бы в зависимости от того, сколько стримов. У меня сейчас, по-моему, три стрима еще не нарезанных с Feed the Beast. Вот именно с Z-Craft'а Ultimate. А, поэтому я думаю, скоро буду по две серии в день выкладывать. Ну, просто чтобы люди, как бы... Те, кто не посмотрел стримы, все-таки смотрели и запись, и смотрели потом еще прямой эфир.